У ефіры праграма «Навіны рэгіёнаў» у студыі Алена Мелішанкова. Вітаю вас сёння ў выпуску. Больш за 300 удзельнікаў і тыднёвая насычаная праграма. Упершыню на Магілёўшчыне распачаўся фестываль саюзнай дзяржавы па творчасці інвалідаў. Два ў адным, калі і смачна, і карысна. У Магілёве стварылі ласункі для малых з напамінам пра тэхніку бяспекі. Ці будзе дзе пакатацца гэтай зімой на каньках? Усе падрабязнасці ў выпуску. Мужчына, якога затрымалі за рабаўніцтва банка на вуліцы Каліноўскага ў Магілёве, пакуль не дае паказанняў. Звязана гэта з законам. Рабаўнік атрымаў кулявыя раненні і пакуль знаходзіцца на лячэнні. Са следчымі ён размаўляе, але пакуль без пратаколу. Што да работнікаў банка, то ў аўторак установа не працавала па тэхнічных прычынах. У сераду ўвесь калектыў выйшаў на работу. Нагадаем, 20 лістапада у аддзяленні банка па вуліцы Каліноўскага ў Магілёве зайшоў мужчына ў масцы. Ён пагражаў пісталетам і патрабаваў аддаць яму ўсе грошы. Супрацоўнікаў банка і кліентаў мужчына ўзяў у заложнікі, а потым патрабаваў аўтамабіль і магчымасць з'ехаць з горада без перашкод. У інтэрнэт трапіла відэа пагоні і затрымання злачынцы. На відэа бачна, што рабаўнік кінуўся на ўцёкі, аднак яго затрымалі. Зараз следчыя вывучаюць абставіны справы, відэаматэрыялы, прызначаюць экспертызы. Горкі, Клічаў і Клімавіч. Менавіта ў гэтых райцэнтрах будуецца больш арэнднага жылля. Напрыклад, для патрэб горак, дзе знаходзіцца адна з буйных ВНУ ў Беларусі, сёлета плануюць здаць 22 арэндныя кватэры. Безумоўна, лідар па ўзвядзенні такога жылля ў вобласці горад Магілёў і Магілёўскі раён. Тут узвядуць па 40 кватэр. Увогуле па вобласці гадавы план амаль 200 арэндных кватэр. Зараз уведзены 168. Будаўніцтва арэнднага жылля пачалося ў 2013 годзе. У Магілёве першы дом быў па вуліцы Алтайскай. Тады пад гэтай патрэбы аддавалі цэлыя дамы. Цяпер практыка вылучаць некалькі кватэр у новых дамах. Інфармацыю пра свабодныя квадратныя метры, які можна арэндаваць у дзяржавы, прадастаўляюць на сайтах гаррайвыканкамаў. Пасля размяшчэння аб'явы на працягу 15 дзён прэтэндэнты павінны звярнуцца ў службу «Адно акно». Як правіла, на адну кватэру ў гарадах прэтэндуюць некалькі сем'яў. Дарэчы, найбольшым попытам карыстаюцца аднапакаёўкі. Больш за 30 чалавек прыйшлі ў Магілёўскую абласную станцыю пералівання крыві ў першы дзень акцыі па бясплатнай здачы крыві. У рэгіёне на працягу 3 дзён усе могуць далучыцца і стаць донарамі бясплатна. Акцыя традыцыйная, неабходны запас крыві і яе кампанентаў імкнуцца папоўніць з дапамогай дабрачынных донараў. Так, з пачатку года па вобласці праведзена больш за 4 тысячы данацый. І пэўны донар можа здаваць кроў не адзін раз. Гэта 2 тысячы літраў, чвэрць ад усіх нарыхтовак крыві. У Беларусі пачалі адраджаць бязвыплатнае донарства, якое з'явілася падчас вялікай айчыннай. І Магілёўшчына пастаянны ўдзельнік падобных акцый. Па словах медыкаў, сярод бясплатных ёсць шмат і кадравых донараў, і шмат навічкоў, прычым маладых. Самая рэдкая група крыві – 4-я з адмоўным рэзус-фактарам. Дарэчы, урачы гаворыць, што донары менш хварэюць, бо падчас забора крыві стымулюецца імунітэт. На Магілёўшчыне распачаўся фестываль саюзнай дзяржавы па творчасці інвалідаў. Такі творчы форум ладзіцца ў Магілёве ўпершыню, а гэта больш за 300 ўдзельнікаў і тыднёвая насычаная праграма. Завіталі на фестываль творчыя дэлегацыі з усіх абласцей Беларусі, горада Мінска, а таксама 6 рэгіёнаў Расіі. За падрыхтоўкай назіралі і нашы карэспандэнты. Фестываль праводзіцца ў 8-й раз, але на тэрыторыі Беларусі ўпершыню. На генеральнай рэпетыцыі хвалююцца ўсе – ад галоўнага рэжысёра да ўдзельнікаў. Не першы раз на фестываль прыязджае сям'я Голубевых. Наталі і Дзяніс не перапяваюць зорак эстрады. У іх свой рэпертуар. На фестываль яны прывезлі арыгінальную песню. Мы приехали к вам из, так сказать, из нашего южного, теплого, прекрасного города Пинска и хотим вас порадовать песней нашего местного пинского автора Владимира Чухарева «Скажи мне да». Расставались мы под шум ветром. Спявачкі народнага ансамбля народнай песні «Крынічанька» беларускага таварыства інвалідаў па зроку марыла пра гэты фестываль. І нават не спадзяваліся, што іх могуць запрасіць. Маўляў, канкурэнцыя вялікая. Хотим и себе поднять настроение, и людям. Для нас это очень важно. Общение с людьми,
в другие города, путешествия. Здесь мы с песней «Когда приходит праздник в дом» – это как бы такое приветствие наших гостей и нас самих. А потом у нас уже в репертуаре белорусские народные будут. Ой, там каля броду, ой, там каля млына дзяўчына. Организаторы отзначают, удельники хоть и самодельные артисты, але до подрыхтовки отнеслися, как профессионалы. На сцене, конечно же, они волнуются, они переживают, сопереживают за своих товарищей, коллег, чтобы выступить достойно, красиво. Ну и, конечно же, каждый хочет уехать с победой. Фестиваль протягнется до конца тыдня. Удельников чекает насыщенная программа, якая завершится творчей встречей, финальный аккорд. Наталья Юдакимова, Миколай Соболев, новини региона. Прием громадян по правовых питаниях планують провести профсоюзные юристы Могилевской области 30 листопада. У этот день каждый сможет отримать консультационную допомогу, причем бесплатно. Коли у вас возникли проблемы, связанные с обороной працовных и социально-экономичных правовых интересов, то 30 листопада вы сможете отримать отказы на свои питания. Прием будет ладиться у каждом районе в области. График и место приема можно додатково доведаться уже с 27 по 29 листопада у Могилевским областным объединении профсоюзов. Типа номера телефона у Могилеве 25 36 52. Подобные консультации профсоюзные юристы проводят что месяц. За гэты час до специалистов звернулись несколько сотень человек. У основным люди просят допомогчы у пытаннях по завершении працоўных зносинов, по выплате заробку, по пенсийным забеспечении, а так само по пытаннях жилевого законодавства. Притягнуть увагу батьков и малых до ведения правил безопасности вырашили могилевские вытворцы разом с выратовальниками. Выником совместной працы стали ласунки для малых с напомином про технику безопасности. Накольки оказалась корыстной такая продукция, выказались споживцы. Заяц, бобер, птушка и волк – гэты герои из вядомага мультсериалу «Чароўная книга Министерства по надзвычайных ситуациях» дети добра ведают. Тому гэтых персонажей вырашили разместить на новой продукции могилевского предприемства. Ласунки с натуральным складом и креативным дизайном, але галоўнае – научить детей правилам безопасности. Если беда, звони 112. Какая беда может приключиться? Могут загореться электроприборы, если баловаться со спичками и... И если в розетку вставить и забыть, что у тебя на розетке какой-то электроприбор, то это может загореться. Да. Ну как вы думаете, правила безопасности важно знать? Да. Конечно. Как ты думаешь, они пригодятся, вот эти вот правила тебе в жизни? Конечно, пригодятся, потому что при любой чрезвычайной ситуации ты будешь знать, что делать, а не теряться. И можешь спасти жизнь другим людям и себе тоже. А дети что любят? Они ж... Купили, развернули, посмотрели, что там интересное нарисовано, написано. И дальше идет, смотрят мультфильмы. Дальше у нас в проекте вместе с МЧС не только мультфильмы, а продвижение в соцсетях и реклама наружная, и раскраски. И там много. И я надеюсь, что все-таки совместными усилиями мы оградим наших детей от многих опасностей, которые существуют и на улице, и везде. Ведомо гилеўчан по правилах безопасности супрацовники Министерства по надзвычайных ситуациях проверяли у часе акции и за правильные отказы узнагороживали ласунками. Это даже необходимо проводить, чтобы детки с раннего возраста знали номера, знали самое необходимое, то, что нужно в этом возрасте. Мы должны любые средства применять в этой работе. Напоминать, говорить, подсказывать. Это одно из моментов безопасности жизнедеятельности наших детей. 112 – один и номер службы ратования у Европе. Его размещение на ласунках мае на увазе сделать продукцию импортозамещальной. И партии творожных ласунков уже могут попробовать у России. Кристина Кранкевич, Юрий Ауласов, Виталь Алексеенко, новини региона. Спартстекінг поступово завоевывает свет. Его приравновывают до видов спорту и навод проводят международные спаборництвы. Могилевские школьники навод поспробовали установить рекорд по худкостной сборце пирамид со стаканчиков. Спартстекінг – спорт худкий и безопасный. Его активист Андрей Музаров каже, это той самый выпадок, когда для занятков нема никаких межев. Любый может заниматься спартстекінгом и только на корысть. Это физическая активность. Люди не сидят на месте, чем-то занимаются. Кроме того, работают обоими руками, развивается моторика, да, и интеллект. И
Вот за счет этого он, этот, можно сказать, что этот вид спорта предназначен для, практически для всех людей. Переставлять стаканчики на хуткость научиться может любой. А вось, каб удельничать у буйных споборництвах, на тренировки придется потратить годину, а то и три у день. Да и стаканчики для занятков повинны быть незвычайные. Здесь очень важен материал стаканчика, и поэтому я сам пробовал изначально, купил 12 стаканчиков в магазине упаковки, но они складывались, но не раскладывались вообще, из стопки. А здесь специальный пластик с отверстиями вверху, чтобы уходил воздух. И за счет этого они быстро собираются и разбираются. Дочка Андрея так само затекавилася спортстекингом. Мы долго занимаемся и соревнуемся с папой. И ты побеждаешь? Да. Андрей с захоплением рассказывает про спортстекинг и делится своими ведами с усими цікавными. Вось и у одну из могилевских школ завитал. Детям занятки пришлися до сподобы. Мне нравится то, что это будет, то, что можно быстро это сделать. И это для математики очень полезно. Кто тебе сказал, что для математики полезно? Учитель. У меня все быстрее получается собирать стаканчики. Ум развивается, руки становятся быстрыми, ловкими. З недавнего часу спортстекинг стал одной из дисциплин дитячих олимпийских гульнів. Магчыма, в хуткім часе и Могилёвщина представить свою команду на международные споборництвы. Алена Мельшанкова, Александр Тарасов, новини региона. Тут спеваешь щегол, птушка года. Хутка такие таблички з'явятся у Могилёвском зоосаде, в учебной лаборатории агролесотехнічного коледжа имени Орловского. На практичных занятках навученцы спробуют отшукать магчимое место гнездования чорноголового щегла. Лістоты на дрэвах няма, гэта дапаможа разгледзець гняздо шчыгла, спадзяюцца выкладчыкі, навучэнцы Магілёўскага агралесатэхнічнага каледжа. Па словах біёлагаў, яно літаральна зліваецца з колерам дрэва, а сам шчыгол такі ж маленькі, як сініца ці варабей. Мы здесь видели щегла, самец очень броский такой по окраске, поэтому далеко заметен, хорошо виден. Но, к сожалению, гнездование, мест гнездования мы пока не обнаружили. Хотя сама территория, сам ландшафт очень подходит для гнездования этой птицы. Он предпочитает именно жить в таких местах, где есть растительность, лиственные породы и недалеко располагаются населенные пункты, а также лесные массивы. У Беларуси запланованы выпуск монет и паштовых марок с выявой птушки года. А навучэнцы каледжа, будущие биологи, работники лесной господарки, рыхтуют викторины, конкурсы и не только. В конце января мы проводим информационные часы, посвященные году птицы. В 2018 году будет год щегла. В этом году мы проводили год жаворонка. Ходили по более младшим группам, объясняли, рассказывали им про этих птиц. И также будем рассказывать про щегла. Специалисты сцвярджаюць, щегол вельмі прыгожа спявае. У засадзе утрымліваюць толькі дэкаратыўных хатніх птушак, але ў наступным годзе плануюць пасяліць у вальеры і щегла. В нашем засаде содержится большое количество птиц, индюки, утки, цесарки, различные виды кур, различные виды фазанов, также страусов. Но как этот год объявляется годом черноголового щегла, мы планируем приобрести эту птицу, так как она очень характерна красивым оперением и певчим голосом. С надыходом морозов на территории учебной лаборатории зоосад з'явятся кормушки. Покуль их не развешивают, кажуть, как не притягнуть великих птушек, ворон, галок. Татьяна Сергійчык, Дзяніс Бутылін, новини региона. 46 лядовых пляцовок для катания на коньках планують створить у сезону в областном центре. Большасть из них будет працевать каля установ адукации. Амаль на кожную темный час будут включать ліхтары. А тем, кто не имеет уласных коньков, пропонуют прокат зимового инвентару. Нагадаем, все лето запрацует и самый великий каток в области на территории Могилевского спорткомплекса «Торпеда». Засталося дожекаться, коли у наш регион прийде зимовое надворье со снегом и устойливым минусом. Наши новини доступны на сайте tvrmogilev.by. Долучайтесь до наших групп во всех социальных сетках, а так само у Инстаграм, Телеграм и Твиттер. А я на этом с вами развитываюсь. Доброго вам настрою и до встречи.